Здравствуйте, с вами Адлет из компании ТТС. Сегодня хочу познакомить с таким продуктом, как бетоноконтакт, который очень широко применяется при строительстве домов. Хочу вкратце сказать, что за продукт бетоноконтакт. При строительстве мы часто используем бетонные ригеля, бетонные колонны, на которые мы напрямую не можем нанести какую-либо из штукатурок, чтобы улучшить адгезию. Данный бетоноконтакт позволяет нанести любую штукатурную или шпаклевочную смесь на бетонное основание. Перед применением необходимо тщательно перемешать до однородной массы. Хочется заметить, что данный бетоноконтакт в составе имеет кварцевый наполнитель. Так как кварцевый наполнитель имеет свой вес, он может осесть. При открывании необходимо тщательно перемешать дрель миксером и после этого уже применять на основание. Расход данного материала составляет 250-300 грамм на 1 квадратный метр, на один слой. Если ваше основание настолько скользкое, настолько гладкое, необходимо использовать в два этапа, то есть с интервалом в 15 минут. Хочется заметить один фактор, что в нашей практике часто встречаются при заливке фундаментов бетонов, бетон смазывают маслом. Чтобы избежать данных материалов, данных продуктов, необходимо данное масло очистить, после чего только наносить данный бетоноконтакт, что в разы улучшит адгезию вашей штукатурной смеси. По большому счету, данный бетоноконтакт не нуждается в рекламе, так как он у нас был хитом продаж 2022-2023 года. Просто мы хотели вкратце вас с ними познакомить, кто еще его не знает. Сегодня постарался максимально познакомить с этим продуктом. Если у вас остались вопросы, комментарии, либо пожелания, пожалуйста, пишите их ниже, я на них всегда постараюсь ответить. С вами был Адлет из компании ТТС. Всем пока!